Так, цикада номер два. Одну он уже прикончил. Мартин, нормально все? Мы приехали с мамой, наконец-то выбирать недвижимость. О, да. Это квартира, две спальни плюс зал, 2+1. Она в центре города, Кирене или Кирны, как кто любит называть. С одной стороны вон море, там главная дорога, выезжаешь в любую сторону, куда тебе надо. Да, мама. Ты опять неправильно открываешь. Это шоу-рум, то есть квартира обставлена практически полностью мебелью. Можно увидеть, какая здесь красота. Ну, мам, тебе квартира не нужна? Нет, я хочу для... Ну, для аренды. Ты неправильно открывала. Так, ну что, мам, мы пришли смотреть однушку. Да, 5,5 миллионов, да. От 5,5, то есть вот это 5,5. 1,250,000 платишь сразу, потом еще 720 тысяч, когда получаешь ключи в ноябре, а потом по 68 тысяч в месяц 4 года. Это беспроцентная рассрочка. Удобненько. То есть, вот это вложение, да, денег вообще идеально. Я тебе говорю. Тебе мы выберем дом, а такую квартиру для аренды. Пассивный доход – это хорошо. Так самое интересное, то, что ты можешь вот эту 68 тысяч выплачивать уже с аренды, которую тебе будут платить. Так, а свет тут не подключен, вот, да? Хотела ванну показать. Это... Привет! Да, это спальня. Такой вид. В ноябре месяце обставляешь эту квартиру. Получается, что ты уже заплатил 2 миллиона, тебе остается еще... В общем, однушка, да, классная, стоит 5,5 миллионов, рассрочка на 4 года, первый взнос 25%. Эти два дома будут сданы, первый дом в ноябре, это второй чуть попозже. Халява, ребята. На самом деле, если так подумать, тут мало кто дает рассрочки, мало кто дает кредиты, но тут очень выгодный вариант. Здесь внутри комплекса будет фитнес-зал, наружный бассейн, внутренний бассейн, детский сад, маркеты. Все, что надо для того, чтобы вообще не вылезать из дома и жить у себя в комплексе и радоваться жизни. И хороший вариант, между прочим, для аренды. Вот тут по соседству есть студия. Мы зашли посмотреть. Это студия, то есть она без спальни. Открытый вид. Она стоит 4 миллиона рублей. Если так вот в рубли считать. Вот они, эти башенки, как они выглядят. Тут будет скоро очень все красиво. Тут не так, как в России, на самом деле, хотела сказать. Знаешь, обычно, когда ты покупаешь квартиру в застройке, там тебе рисуют фонтанчики, как у нас в комплексе было. Фонтанчики, озеленение, лавочки, детская площадка. Потом какую-то дырявую детскую площадку поставили, которая еле стоит, и все. А здесь, ну, они тут хорошо облагораживают, все красиво делают. Дорого-богато. Вот, а здесь такой туалетик. Симпатичненько они тут делают, мне очень нравится. Сколько, ну что, 4 миллиона. Мне честно сказать, что понравилось больше. Да. Вот тут по соседству есть студия. Мы зашли посмотреть. Это студия, то есть она без спальни. Открытый вид. Она стоит 4 миллиона рублей. Если так вот в рубли считать. Вот они, эти башенки, как они выглядят. Тут будет скоро очень все красиво. Тут не так, как в России, на самом деле, хотела сказать. Знаешь, обычно, когда ты покупаешь квартиру в застройке, там тебе рисуют фонтанчики, как у нас в комплексе было. Фонтанчики, озеленение, лавочки, детская площадка. Потом какую-то дырявую детскую площадку поставили, которая еле стоит, и все. А здесь, ну, они тут хорошо облагораживают, все красиво делают.
Дорого-богато. Вот, и здесь такой туалетик. Симпатичненько они тут делают, мне очень нравится. Сколько ну что, стоит? 4 миллиона. Мне честно сказать, что понравилось больше? Да. А вот трешка. Мы с мамой одновременно снимаем. Мы одновременно снимаем, то есть немного. Да, это трешка. Вот смотрите, это зал. Вот такой у них зал. Я не знаю, сколько он квадратов, ну дофига. Квадратов 50 точно. Спаленки тут, как обычно, небольшие. Ну что тут, кровать поставить, телек повесить, кондиционер, больше ничего не надо. Шкафы уже стоят. Так что вот еще одна спальня. Шкафы вставляют. Туалетики есть. Мне очень нравится дизайн, что где-то округленные стены, где-то ровные колонны, куча окон в пол. Это офигенно. Просто круто. Это, я так понимаю, туалетик. Это хозяйская спальня. Она уже побольше. Смотрите, какой дизайн окон. Крутяк. И туалетик. А вот тут какой вид. Горы. Главная дорога. Мне очень нравится то, что здесь раз выехал, и все это. Никосия поехал, еще куда-то. Красота. И балкончик. Тут можно кальян устроить. Вот на первом этаже. Это бассейн крытый здесь будет. Здесь будут магазинчики. В общем, тут на улице. Сейчас вам покажу. Пока еще стройка. Но тут вот еще бассейн будет. Уже наружный почти налился. Вот как выглядят эти здания. Красивенько. Прям в центре. Вид на море, вид на город, да еще и рядом со всем остальным. А вот местность вокруг. Выезжаешь сразу на главную дорогу, где ресторан Ежич. Не успела я достать телефон, а мама уже снимает. Вот мы приехали смотреть домики. Здесь есть поменьше, есть побольше. И вот даже такой домик, вот даже с таким видом, посмотрите. Этот вид никогда ничем не закроется. Дома маленькие, по 110 тысяч фунтов идут. А вот этот с видом большой, он 150. Большие по 140. В общем, ценник разный. Ценник, скажем так, не маленький. Небольшой, извините. Тут, вот, смотрите, вид на море. Дорожка такая красивая, серпантинная. Горы, холмы. И с той стороны, кстати, бесплатные пляжи. Алагаде. Черепаший пляжик, на который черепашки вылезают, выкладывают свои яйца. Вот так вот домик выглядит. Когда ты покупаешь его, его полностью красят, делают косметический ремонт, но... Это мрамор. Мраморные полы красят. Но, как мне сказали, что лучше вложить десяточку тысяч фунтов, это где-то не больше миллиона рублей, в ремонт, чтобы сделать все под себя и поменять все так, как хочется, чтобы было все хорошо. Ну вот, чтобы вы понимали, да, кухню. В стоимость дома входит. Ну, я бы, конечно, поменяла. Вот так вот. Дом. Три спальни. Вот первая спальня на первом этаже. Что, мам, ты уже посмотрела? Я посмотрела. Слушай, как тебе? Что здесь делают упор на кухню-гостиную. Спальня не большие, но здесь вот это будет 4 спальни. Во всем в Кипре так, да. На самом деле. Тут туалетик очень внизу. Тоже мраморная лестница. Если в рублях, то это от 9 миллионов рублей такие дома стоят. Вот посмотрите. Нет, хороший домик, хорошее расположение. Смотрите, какая ванна большая. Охренеть. Мне пришлось стенку сносить, чтобы у меня был такой туалет. И спальня здесь тоже просторная.
Не знаю, что мама тут говорит. Но спальня здесь хорошая. Посмотрите еще раз на этот вид. Вот еще третья спальня. Вот это да. Проснуться с таким видом, с чашечкой кофе, идеально. Так, я тут понимаю, что тут 4 спальни, да? Потому что тут 3 наверху и 1 внизу с такими туалетиками, душевая. Обалдеть. 4 спальни, как у нас. Этот дом 150, потому что тут, видишь, шикарный. Сталь. Что, мам, какой тебе больше понравился? Вот этот. Вот этот? Да. А сколько он стоит? Этот 140. 140. Этот 150 из-за вида. Ну, тут вот земля больше. Земли больше. Здесь бассейн можно хороший делать. Мне нравится, как пальмы перед входом. Сейчас подъедем к дому, который 110 стоит. Вот домик за 110, там 2 спальни, внизу большой зал. Можно, там, на самом деле, я вам покажу, сделать еще одну спальню внизу. В общем, желтые дома, страшненькие, это не купленные. Белые дома купленные. Вот он, такой же белый. Вот он, не куплен, куплен, куплен. Не куплен. В общем, дома еще есть. На самом деле, самые интересные ценники, выгодные предложения, это когда вот дом вроде смотрится не очень привлекательно, потом его покрасит и выглядит зашибись. Вот так вот. Сейчас вам покажу внутри. Территория тут достаточно большая для того, чтобы и построить басик, и мангал, и все на свете, все, что надо. Вот тут выходы. И вот тут мы сейчас попадаем в дом. Кухню можно поменять. Полы опять-таки мраморные. Все красится. И получается отлично. Вот тут вот можно сделать стенку и сделать третью спальню. Вот тут вот дверку сделать. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Туалетик. Лестница. Перил тут стандартная, как у меня. Вот одна спальня. Кстати, спальня-то большая. Да. Громадная. По местным меркам. Туалетик, душевая. Выход на балкончик. Вид на горы. Девчонки, если вы помните, я вам недавно рассказывала про девушку, которая тоже переехала на Кипр и проводила марафон счастливых жен. Я вот прошла первую часть, узнала много полезных вещей, как поменять жизнь к лучшему. Так вот сейчас Катя организовала бесплатный марафон удачи. Конкретные шаги, как добиться успеха в любом деле. Она основала этот марафон на основе самых популярных книг об успехе. Старт уже 15 июля. Присоединяйтесь к нам. Марафон бесплатный, поэтому участвуйте с нами, воплощайте свои желания, а тот, кто воплотит, Катя пришлет с Кипра подарок. Мы приехали на последнюю точку сегодня смотреть таунхаусы. Они еще строятся. Это первая линия, она на 80% уже продана. Ценники высокие, от 170 тысяч фунтов. А дальше там уже скоро начнут строиться... Вторая линия, она где-то 300-400 метров от первой. Будут ценники намного лучше. Так что здесь бассейн с пресной, с морской водой. Собственный пляж практически. Пешком пройти можно. Так что красота. Мама тут ходит, выбирает. Ей нравится. Вот такой вид, когда ты выезжаешь из этого строящегося объекта. Такой вот пляж красивый. 7 лет кредит. You are welcome. Вот таунхаусы, которые уже построены от того же застройщика, что и таунхаус, который только что вам показывала.
здесь они тоже недешевые, а 150-160 тысяч фунтов. Вот так вот они выглядят. Кстати, вон с той стороны они продолжают такие же таунхаусы строить. Ну, тут качество застройки обалденное. Посмотрите, как они все сделали. Потрясающе просто. Вот у них какой бассейн классный. Вот это комплекс, вот это я понимаю. Бассейн на обрыв идет. Вот такие вот строят ребята таунхаусы. И там будет что-то вроде этого. Короче, все круто и качественно. Отсюда видно детскую площадку у них еще есть. А вот это вот ресторан. И вид на море. И озеленение у них, конечно, тут просто на 10 баллов. Молодцы. Красиво все сделали. 145 тысяч. Это внутри вот такой таунхаус, который сейчас продается. Это квартира? Да, квартира. 145 тысяч фунтов. Здесь есть спальня? Круто. Две? Да. Я хочу. Забирай его. Я с мебелью совсем. Совсем вот забирай его. Даже с налогами и с подключением. И с налогами и подключением. Обалдеть. Это очень круто, Лёш, правда, реально мне очень нравится, правда. Подожди, а это мебель входит в эту стоимость? Да. Мебель входит, всё. И мебель это вся? И даже телевизор, всё. То есть 145 тысяч. Винище, я прям сейчас выпью. Спасибо. Мне очень нравится, правда. Вот двери похожи на наши, кстати. О, это прям вообще. Смотри, здесь вот для семьи с двумя детьми. Так вот. Такая крыша. Берем, мам, берем. Ну там еще теннисный этот корт. Обалденно. И бассейнов куча. Подожди, помимо бассейнов, здесь еще строится громадный питательный центр. Вот и кинотеатр. В рублях 11 миллионов? 11 миллионов. Ну, для сравнения, ближайшая цена... Ну сразу налик надо. Ну сразу, ну деньги сразу дали. Окей. А это всегда кто-то вот занёшь, и... Мама, отсчитывай, доставай своего кошелька. Я бы ничего даже не меняла. Берем. На двух человек это на отрыжке просто. Юрий, у тебя здесь вся развлекуха. При этом все, здесь русских практически нет. Я не скандинав. Обслуживание комплекса входит в стоимость, 100 фунтов. Да? 100 фунтов. Ну, все. Ну, в это входит извини, вся вот эта инфраструктура, которая... Плюс отсюда входит шаттл на море. Шаттл на море. Пляж. Всем привет! Мы сейчас отправляемся на просмотр квартиры и вилл. Так что следите за моими сторис. Сейчас буду показывать, рассказывать. И жду ваших советов и комментариев. Потому что без вас никак. Вот мы приехали. Это город Гирны. В центре города строятся вот такие два 11-этажных дома. С панорамными окнами. Здесь инфраструктура вся рядом. И на
И в этом комплексе будет своя инфраструктура, и фитнес-клуб, и два открытых бассейна, один закрытый, и детский сад, причем детский сад даже ночной, то есть можно оставить детей и уйти куда-нибудь на дискотеку, потанцевать. Море тоже недалеко. В общем, сейчас подробнее посмотрю и все расскажу вам. Здесь будет бассейн, парковка и магазин. Сейчас мы поднимемся, посмотрим, что там. Сдача в ноябре этого года. Вот. Я хочу посмотреть квартиру, которая здесь называется однокомнатная. На самом деле, по меркам Москвы, это двухкомнатная. То есть, 1+1. Спальня и гостиная с кухней. Интересная постройка. Больше всего мне нравится то, что здесь в шаговой доступности все есть, абсолютно магазины, кафешки. Вообще, конечно, хорошая мысль таким, как людям, как мы, пенсионеры, я и муж, ну, будущие пенсионеры, через год купить вот такую квартиру для того, чтобы сдавать ее в аренду. И небольшой домик. И на это жить. На самом деле, мне кажется, сдать такую квартиру не проблема. Не кажется, я уверена в этом. Это центр города, это очень удобно. Все рядом. И по деньгам это не так бьет по карману. Потому что можно 4 года платить беспроцентную рассрочку. Мне кажется, такие условия вообще в принципе я нигде в России не видела. Поэтому... Эх, если продастся наш дом, то мне кажется, вот эта квартирка, не вот эта конкретно, а та, что за 5,5 миллионов, однушка. На двушку просто я не потяну. И дом, и квартиру. Как я люблю смотреть недвижимость. Да, все уже сделано. Студия. Вот такая студия. Тут не так, как в России, на самом деле, хотела сказать, да, что обычно, когда тут вашу квартиру построили, там здесь тут фонтанчики, как у нас в комплексе было, фонтанчики, зеленение, лавочки. Площадка, ну, такой дырявый, площадку поставили, как бы не стоит, и все. А здесь, ну, они тут хорошо, вот гаражно, и красиво делают, ну, маловато. Вот, а это трехкомнатная. Да, мы одновременно снимаем, потому что я не могу посмотреть. Здесь собственный санузел. Вот такая спальня. Смотрите, какой вид. Все окна панорамные. Везде сразу встроенные шкафы. Ремонт сразу. Но вот это просто нереально. Представляете, это гостиная с кухней, с огромным балконом. Здесь будет кухня. Какой балкон, сейчас я покажу. Посмотрите, какой балкон. Здесь еще ограждения нет, но уже видно, что здесь можно поставить садовую мебель. И наслаждаться в море. Здесь будет бассейн. Вот так выглядит этот комплекс. Мы приехали сюда. Посмотрите, вот рядом горы. Вот там хайвей. Ну, это центр города. Центр города Гирны. Это очень круто. Крутое место прям. Мне все нравится.
очень чистенько, облагорожено. Здесь в ноябре месяце уже будет не узнать просто. Вот такое же будет все. Здесь вот будет небольшой бассейн, туда дальше еще один бассейн и крытый бассейн. Ну что, едем смотреть дом. А пока смотрите то, что я сняла уже по квартирам. Вот есть вариант студии. Так, ну что, мам, мы пришли смотреть однушку. Да. 5,5 миллионов, да. От 5,5, то есть вот это 5,5. 1,250,000. Теперь моя тема. Это дама. Вот этот комплекс около Черепашьего пляжа Алагати. Здесь вид-то какой. И горы, и море. И земля есть. То, что нужно для того, чтобы сделать садик. Красота. Ну что, вид посмотрим. Вид надо посмотреть. Вау. Смотрите. Так, что у нас здесь? Что мы здесь имеем? Имеем несколько домов, которые уже начали ремонтировать. Так, я это понимаю, что это гостиная. А что это кухня? Здесь кухня. Это гостиная. Дом находится в комплексе. Лестница. Так, это гостевая. Это санузел. Мне кажется, что мы уже арендовали похожий дом. Там должно быть, по сути, 3 спальни. Если я правильно понимаю. Как мне нравятся арочные такие проемы. Обожаю просто. Да, все правильно. Похожий дом мы арендовали. Балкончик такой небольшой. Ну, здесь дух захватывает. Вот этот дом уже практически закончен. Здесь больше земли. Но из-за того, что он стоит не на краю, как этот, он дешевле на 10 тысяч фунтов. Вот. Но, честно говоря, мне даже больше нравится, потому что земли побольше. Мне прям нравится. Поэтому здесь я могла бы уже тут что-то устроить. А вид, ну, на горы вид есть. Может, со второго этажа и море даже видно. Посмотрите, сколько. Ничего себе. Тут земли-то вот достаточно много. Здесь вот можно сделать бассейн. Это вообще будет здорово. Мне этот дом нравится. Мне сказали, что он стоит 140 тысяч фунтов. А можно в интернете посчитать, сколько. Это, честно говоря, я точно не знаю. Может, 1,11 миллиона, наверное. Так, это тоже гостиная, кухня. Вот здесь.